Нужна помощь? Эта штука съела мои монеты и застряла. Нужно толкнуть и потянуть. Я Джорджи. Мэнди. Пока это крутится, может, поужинаем? Сколько тебе лет? Только не говори 17. О, нет. Чем занималась в Сан-Антонио? Была ведущей прогноза погоды на ТВ. Почему ушла? Мы расстались с директором станции. Прежде чем продолжим, должен сказать. Мне вообще-то... 29. Тогда и мне нужно кое-что сказать. Я в восторге от нового пути. Рады продолжить историю этих героев. Мне на самом деле не 21. Мне 17. Что за... Я беременна. Ну, в марте мне будет 18, если поможет. Это другой формат. Будет многокамерным. Я такого не делал. Рад видеть, как ты расцветаешь на публике. Думаю, ты справишься на ура. Будет очень весело, я уверен. Слушай, Джорджи, мне нужна помощь в шиномонтаже. Буду пахать на тебя, не покладая рук. Ночи, выходные, праздники. Я всегда тут. Впечатляющий парнишка, а? Посмотрим. Я самый усердный работник, что ты встречал. Если чего хочу, добьюсь любой ценой. Хочу заботиться о тебе и Сиси. Может, когда-нибудь и Джорджи младший. Ты имеешь в виду Джордж III? Нет, слишком пафос. Ему надеюсь.